Мы продолжаем знакомство с руководителями компаний-партнеров «Магнита», и сейчас поговорим с Ольгой Базылюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, скажите, вот с вашей точки зрения, как изменился рынок все-таки, да, чего хотят потребители и как взаимодействие с сетями происходит на сегодняшний день? Мы уже очень много сегодня об этом говорили. Первое, самое главное, что отмечаем и мы, и видят наши партнеры со стороны ритейла, это рост доли промо-давления. Это точка боли для всех игроков рынка, и это радуется только от этого потребитель, и мы должны искать решение, как выходить все-таки из этого замкнутого круга. Второе, это рост доли private label. Для нас, как для производителя, это снижение маржинальности, для ритейлера это поиск новых источников доходности. Мы понимаем, куда двигается рынок, мы понимаем, какие тренды происходят на рынке, и со своей стороны мы уже отвечаем производственным, усовершенствованием производственных процессов на эти тренды. Ну и третье – это поглощение федеральными игроками мелких игроков. Рынок консолидируется, рынок укрупняется, мелким сетям и мелкому бизнесу остается все меньше и меньше места на этом рынке. И если ты не работаешь с топ-пятеркой федералов, то это значит, тебя нет на рынке, если ты маркетинг-ориентированная компания. Говоря о кейсах, которые удалось осуществить вашей компании в этом году, можете привести пример самого удачного или нескольких? Ну, я не хочу говорить о незаконченных каких-то проектах, да. Мы сейчас находимся на старте совместного проекта с компанией «Магнит» по разработке уникального ассортимента с целью дифференциации от того же промо-давления, как отметил коммерческий директор «Магнита». Мы должны искать эти совместные решения в виде каких-то limited edition линеек, в виде каких-то индивидуальных SKU специально для «Магнита». Вот мы сейчас в процессе разработки этого проекта. Я надеюсь, что в четвертом квартале мы его завершим. У вас очень такие ответы с примерами. Хочу от вас примеров. Вот о том все-таки, что на конференции обсуждалось. На какие вопросы вы уже услышали ответы? И с вашей точки зрения, вот практическая применимость, да, после таких вот встреч? Ну, мне очень понравилось название самой конференции «На одной волне». И для меня вот то, что я отметила, да, я увидела эту новую волну. В «Магните» мне очень понравилось направление движения новой команды. Это действительно глоток свежего воздуха для игрока номер один на рынке ритейла. И в части того, что я услышала открытость, я услышала готовность взаимодействовать с поставщиками. Это очень радует. Я услышала то, что «Магнит» готов к совместным каким-то проектам, к реализации, готов слушать поставщиков и как экспертов в своих категориях, и как готовые решения с целью развития совместного бизнеса. Это очень радует. Ну и много ответов услышала от логистики, потому что это еще одна болевая точка для нас, как для поставщика. Спасибо огромное. Мы желаем вам решения задач и, конечно же, рентабельных проектов. Спасибо большое. Спасибо.